Великий администратор Одесской филармонии Дима Козак любил вкусно покушать, и, конечно, он сильно растолстел. А когда ему говорили: «Дима, что с тобой? Зачем ты завел такое громадное пузо?» Он отвечал: «Это пузо? Это вы называете пузо? Ну а что же это такое, если не пузо? Это комок нервов!» В Одессе в магазине для ветеранов долгое время висело объявление: «Холодильники с 75% скидкой продаются только участникам Отечественной войны 1812 года». Покупатель прочитал и спрашивает у продавца: «А разве такие участники еще живы?» «Да, вчера два последних холодильника забрали. Они принесли справку от князя Багратиона». СССР, Одесса, парикмахерская, на одно кресло, на Дерибасовской, угол Ришельевской. Комиссия по соцбыту из райисполкома говорит парикмахеру: «Моисей Абрамович, все надо менять кардинально. Вы в грязном халате, у вас горячая вода не идет, волосы не убираются, все будем менять». Моисей Абрамович говорит: «Уважаемые товарищи из соцбыта, я обеими руками за, вы правы, все надо менять. У меня к вам только один вопрос: почему вы решили начать именно с нашей парикмахерской?» «Знаешь, Изя, когда я встречаю тебя вот так гулять на бульваре, я сразу вспоминаю о Бедике. Почему вдруг? Он тоже меня должен и не отдает».